Двое воспитанников детской школы искусств имени Александра Семеновича Розанова завоевали дипломы первой степени международного интернет-конкурса на Ивана Накупала. О юных победителях в нашем следующем сюжете. Скрипка – один из тех инструментов, который предъявляет к музыканту больше всего требований. Освоить ее очень нелегко. Но это не про Артема Жуколина. Он влюблен в скрипку и постоянно повышает свое мастерство. Первое – это нужна правильная постановка. Вот. Нужно развивать свои пальцы, чтобы они хорошо бегали по струнам. Со скрипкой вообще не так все просто. Даже умелого скрипача сходу взять и сыграть не получится. По вполне объективным причинам. Надо достать скрипку, ее протереть, потом достать смычок, его наканифолить и все. Навыки владения этим инструментом Артем развивает уже 6 лет. Однако, изначально избрав скрипку, ею не ограничился. Кроме прочего, он занимается вокалом и играет на фортепиано. В списке любимых композиторов юного дарования – Бах и Вивальди. Исполняет и современную музыку. Получается неплохо. А вот еще один дипломант первой степени – Ладослава Федорова. Ее любимый инструмент – фортепиано. Просто я увидела, как играет моя тетя, и мне тоже очень захотелось так же играть, научиться так же. Как раз сейчас звучит одно из музыкальных произведений, которое она представила на конкурсе. Ладослава – настоящая труженица. Но даже у нее бывают периоды, когда хочется все бросить. Секрет успеха – это очень много слагаемых. И педагоги неустанно об этом напоминают. Тут и родители, тут и способности ребенка, и компетентность преподавателя. Все должно сложиться. И обязательно нужно любить и детей, и любить музыку. И тогда, конечно, будут результаты. Школа искусств продлила набор на музыкальное и хоровое отделение. У жителей Кировска и Апатитов есть время подать документы до 15 сентября.